еще. Пошли вот так. Ну что, привет, друзья. Мы сегодня выбрались на Мосбилд 2021. 26-я выставка в сфере строительства и новых технологий по строительству. В общем, тут очень-очень много всего. Три находятся в экспоцентре. Три больших зала, огромных просто, в которых можно посмотреть все новые технологии. Можно изучить что-то там для себя, взять интересное, да, может в будущем что-то понадобится. Ну, чтобы напрямую контакты были, а не так, что, знаете, искать в интернете, попадать на перекупов, а здесь уже напрямую с контакты с людьми, которые это все производят. С производствами и именно с теми, кто занимается этим всем. Сейчас я покажу вам, что вообще есть здесь, небольшой такой ролик будет. Смотрите, не переключайтесь. Перешли в другой зал, как говорится, и смотрим, здесь уже есть материалы по отделочной работе и наружной, и внешней. Соответственно, сейчас покажу, что здесь есть, посмотрим. Ребята, мы перешли уже в третий павильон по счету, и сейчас мы будем смотреть уже здесь LED-технологии и тому подобное. Не уходим с канала, смотрим, будет много интересного. Оля заинтересовалась люстрами. Ну, какая тебе понравилась? Светильники на стенах. В один из павильонов Оля залипла. Где-то Оленька затерялась, смотрит все. Но осталось немного, мы выходим уже, выставка сегодня уже подходит к концу, да, ну и мы, соответственно, сейчас тоже пойдем уже домой. Интересные такие вот нофер, интересные эти фишки, диспенсеры, очень интересное решение. Что, ребят, вот и закончилась выставка, первый день выставки Мосбилд, мы посетили почти все, не успели один павильон, наверное, один или два павильона посетить. Но
скажем честно, очень много интересных решений и очень много представлено производителей, которые делают качественные, красивые оборудования и всякие-всякие фишечки для домов, настроений. Вот этот я все взял. Почитать, посмотреть и изучить материалы, соответственно, пригодятся в дальнейшей жизни и направлении, которое я запускаю.